Бодибилдинг – это спорт, суть которого – наращивание мышц интенсивными физическими занятиями, а также соблюдение специального белкового питания. Культуризм помогает развить силу и выносливость. Многие привыкли, что таким видом спорта занимаются мужчины, однако и девушек в рядах бодибилдеров много. Сегодня мы познакомимся с Агатой Паценко, которая занимается в тренажерном зале Fox Club. Начиная со школьных времен я занимаюсь спортом постоянно. То есть я пробую себя в разных видах спорта. Я пробовала в гандболе, волейболе, легкой атлетике. Но как-то что-то пошло не так. Видимо, это было просто кратковременные такие моменты. 2 года назад Агата увидела свою сестру на одном из соревнований по бодибилдингу. Решила тоже попробовать этот вид спорта. Начала много тренироваться и пересмотрела рацион своего питания. И за такой короткий срок девушка добилась идеальных форм. Я очень хотела попробовать, потому что это для меня было что-то новое. И тогда я пошла уже в зал. 2 года я уже занимаюсь, мне это безумно нравится. Я ни капли не жалею, что пришла сюда, что это попробовала этот вид спорта, потому что это бесценный опыт, как я считаю, для себя. Прочувствовать свой организм, увидеть свои возможности почти на 100%. Потому что если ты не выкладываешься на максимум, ты, по сути, ничего не добьешься. Для меня бодибилдинг сыграл такую роль, что я полностью изменила свой рацион питания. И за счет собственного опыта я поняла, что организм совсем по-другому реагирует на это все. Ты лучше себя чувствуешь, ты комфортно себя чувствуешь, у тебя всегда хорошее настроение. И чтобы действительно увидеть результат, надо потратить много времени и сил. У Агаты насыщенный распорядок дня. Тренировки она совмещает с основной работой. Однако такие физические нагрузки девушке только в радость. Изо дня в день нужно соблюдать дисциплину, прежде всего. Это рацион питания, это ежедневные тренировки, это самоконтроль. Это доверие тренеру тому же. У тебя не должно быть никаких сомнений, кто тебя тренирует, кто тебя готовит, потому что ты полностью должен довериться этому человеку, потому что в любом случае он лучше знает. Агата уже несколько раз принимала участие в соревнованиях и в разных категориях занимала призовые места. Многие думают, что подготовка к выступлениям – это легко. Это вот так, по щелчку. На самом деле нет, потому что это много ограничений, таких же, как вечеринки в питании. У тебя должен быть стабильный режим дня, то есть ты должна проснуться в одно время, в это же время. То есть, по сути, в 7 утра проснулась, в 11 вечера, в 10-11 легла уже, потому что все сбивается. Что-то потом идет не то, этого мы не хотим, конечно же, поэтому придется этим жертвовать. Но, тем не менее, результат того стоит. Это я убедилась на все 100%. От сцены я кайфанула, я получила такой заряд. Я выступила в категории wellness, я выступила в категории фитнес-бикини, я выступила в категории боди-фитнес. Из 3 категорий, в которых я выступала, я заняла 2 бронзовых места. Занятия культуризмом улучшают настроение. Кроме того, регулярные тренировки избавляют от комплексов и помогают стать уверенным в себе.